Могу помочь. Время не ждет, смертный. В чем дело? А где вторая кнопка? Я второй кнопки не вижу. От слова совсем. Приказывай. Сделаю все, что смогу. И мне уйти. Будет сделано. Да. Да, мой друг. Ладно, ты умрешь за правое дело. Замечательно. Я отомщу. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. Кровь и пламя. Я рад, что вы живы, милорд. Какие будут приказания? Сделаю все, что смогу. Я отомщу. Им не уйти. Отлично. Я теряю терпение. Окей, но это не отменяет того факта. Но я прав. Ну ладно. Все, что смогу. Пора в путь. Замечательно. Сделаю все, что смогу. На нас напали. С удовольствием. Идиоты, блядь. Сделаю все, что смогу. Отлично. Ой. Окей, все это, конечно же, замечательно, но где еще рунические кнопки? И чё, мы вот в таком составе должны с таким количеством нежити справиться? С удовольствием. Во имя Азары. В бой. Отлично. Я отомщу.
Поторопись. Будет сделано. Отлично. Жду с нетерпением. В бой! Время не ждет, смертный. Пора в путь. Окей. Замечательно. Жду с нетерпением. По твоему приказу. Великолепно. В путь-то, может быть, и пора. Но где рунические кнопки, которые мне необходимы? Есть дела. Приказывай. Кровь и пламя. Будет сделано. Замечательно. Поторопись. Будет сделано. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Отлично. Сделаю все, что смогу. Будет сделано. Сделаю все, что смогу. Будет сделано. Замечательно. С удовольствием. Замечательно. Будет сделано. С удовольствием. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Так. Отлично. Будет сделано. Идиот. Отлично. Ладно, будет первый сделано. Вариант. Сюда. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Отлично. Время не ждет, смертный. Пора в путь. С удовольствием. Будет сделано. Да, это вот единственное, что я помню из этой кампании. Замечательно. Открытие секретной миссии. Будет сделано. Сделаю все, что смогу. Не такой уж и секретный. А, отлично. Вот проход. Ладно. С удовольствием. Предположим, это вот проход. Чем могу помочь? Приступаю. Поторопись. Пора в путь. Приказывай. Замечательно. Жду приказа. Да, мой друг. Ваш ход. Пора в путь. Поторопись. Будет сделано. Ладно, окей. Сделаю все, что смогу. За Кель-Талас! Укажите мне путь. Пора в путь. Отлично. Исполняю. У нас есть дела. Я теряю терпение.
С удовольствием. Жду с нетерпением. В чем дело? Положись на меня. Окей, хорошее колечко, замечательное на самом деле. Но беда в том, что у нас магов-то слили. Магов слили. Великолепно. Я теряю терпение. Замечательно. А вот где еще один круг, я не знаю, правда. Будет сделано. Время не ждет, смертный. Жду приказа. В чем дело? С удовольствием. Им не уйти. Замечательно. Твоя воля исполнится. Сделаю все, что смогу. Да. Но я смертелен по твоему приказу. Во имя Азары. Твоя воля исполнится. Я знаю, что там он секретная руна возрождения. Но для этого нам нужен кель. Замечательно. Поторопись. Сделаю все, что смогу. Замечательно. Будет сделано. Отлично. Замечательно. Окей, ладно. Сделаю все, что смогу. Воскресить никого мы не смогли, зато нашли синюю кнопку. Ну и нам теперь необходимо время, чтобы Вайши восстановилась. Ладно, подождали немножечко. Идем надирать задницу. Во имя Азары. Приказывай. Замечательно. Время не ждет, смертный. Да. Дело. Жду с нетерпением. Во имя Азара. И наконец-то мы проберемся сюда. Поторопись.
сделаю все, что смогу. С удовольствием. В чем дело? Кровь и пламя. Поторопись. В чем дело? Приказывай. Сделаю все, что смогу. Положись на меня. Жду с нетерпением. Я теряю терпение. Положись на меня. В чем дело? Я теряю терпение. Отлично. Сваливаем. Будет сделано. Сделаю все, что смогу. Отлично. С удовольствием. Надеюсь, ты не регенишься? Он регенится, но достаточно медленно. В чем дело? Так, у Вайши очень большая регенерация, чертовски сильная, поэтому пускай она пойдет и немножечко потрепает этого парня. Приказывай. Время не ждет, смертный. Твоя воля исполнится. В чем дело? Отлично. Даже половину не сбили. С удовольствием. Ну... Поехали. Подождись. Еще раз попробуем. Я отомщу. Отлично. Жду с нетерпением. Давай все-таки Вайши, Агри, его ты. Кровь и пламя. Уже пора? Пора в путь. У нас есть дела. Уже пора? Во имя Азары. Да. В чем дело? Будет сделано. Замечательно. Поторопись. Будет сделано. С удовольствием. Сделаю все, что смогу. Им не уйти. Он достаточно тупой и медленный. А мы дальники. Замечательно. И, в принципе, сейчас наш кель чуть не откинулся. Будет сделано. Время не ждет, смертный. Ну, а Шара, я думаю, можно его потрепать. Я смертелен. В чем дело? Отлично. Не хотите сказать, что это все было сделано ради руны исцеления? Не думаю. Приказывай. Кровь и пламя. Будет сделано. Я отомщу. Замечательно.
кровь и пламя. Так. Уже пора? Исполняю. Применять заклинание очищения даже героям, не посвященным в традиционные ритуалы орков. Ну, твоя воля исполнится. Возможно, это приятная вещь, наверное. Исполняю. Душа Азуны. Маленький хил, хотите мне сказать? Во имя Азары. Время не ждет, смертный. Пора в путь. С удовольствием. Я теряю терпение. Некуда класть. Положись на меня. Жду с нетерпением. В чем дело? Сделаю все, что смогу. Отлично. Время не ждет, смертный. Исполняю. Пора в путь. Ну ладно, полутались немножечко. Замечательно. Я теряю терпение. Сделаю все, что смогу. Им не уйти. Отлично. Жду с нетерпением. Проклятье! Эльфы вырвались на свободу! Нам с ними не справиться! А это нам и не нужно. Мы просто выпустим этих зверушек. На нас напали! В бой! По твоему приказу. Поторопись. Пора в путь. Уже пора? Ну, я в смертельном. Приказывай. Будет сделано. Жду с нетерпением. Исполняю. Великолепно. И сейчас нам сделают... Наш герой погиб. Бесит. Ладно, сейчас вернусь. Что вам следует знать? Это миссия хитрости и ухищрений. Очень много врагов можно убить сквозь стены. А благодаря способности Келя отправка в астрал, она просто моментально решает вопрос с... Я отомщу. С чем? А, с призывом помощи от стражников. Ну и да, и я не буду скрывать, что я на легком играю, как всегда. Твоя воля исполнится. Ну и я смертелен. Во имя Азары. Им не уйти.
яд смертелен. В бой! Великолепно. В чем дело? Поторопись. Сделаю все, что смогу. Так, вроде все повыполняли уже. Кровь и пламя. В чем дело? Будет сделано. Кровь и пламя. Тюремщик Хасан. Ты зашел далеко, принц Кель. Слишком далеко. Ты верно служил Керентору, Хасан. Но времена изменились. Так или иначе, мы выберемся из этой тюрьмы. Грустно видеть, как хороший волшебник становится плохим. Делай, что считаешь нужным, юноша. Сделаю все, что смогу. На нас напали. Положись на меня. Я смертелен. Я теряю терпение. Отлично. Поторопись, им не уйти. Кровь и пламя. Приказывай. И знаете, как совсем по-другому играется этот Warcraft на полном FPS, а то ж бандикам, если вы не в курсе, съедает же определенную производительность. Им не уйти. Кровь и пламя. Я отомщу. Кровь и пламя. Им не уйти. Время не ждет. За Кель'Талас! В чем проблема? Как прикажешь? Жду приказа. Стреляю. Чего хочешь, зайка? Без промедлений. В чем дело? Будет сделано. Вайши, мои братья в сборе. Теперь нам нужно добраться до портала, о котором ты говорила. Не спеши, принц. Чтобы провести всех через портал, понадобится много времени. А Гаритас вряд ли будет сидеть, сложа руки. Я задержу его. У нас будет время. И насколько я понимаю, если бы мы бы типа не нашли секретную миссию, хотя это достаточно сложно, если ты достаточно любопытный, даже не используешь открытие карты, ее достаточно легко найти, загадочка там тоже простенькая. Но если ты не нашел, то вот этой вот секретной главы не будет, это раз. И, во-вторых, видеоролик будет другой. Вроде как. Ну ладно, пора прощаться, ребят.
Я, как всегда, краблю в Варкрафте, играю все на легком уровне сложности. Frozen Throne для меня оказался хардкорным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Gremlin Serge. Ну или Taurus Gaming Revival. Ну а я говорю вам пока-пока.